Смотрите, я стал автотаврой. У меня билдер, который может стать башней. Нормальная тема. Вообще, так причем самое смешное, что ты его еще улучшить можешь. Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос. Мы играем карту, похожую на ТТВ, но не ТТВ. Здесь куча режимов, здесь много строителей, они абсолютно другие. И здесь есть точки, которые надо обстраивать, то есть руны, в которые обязательно должны наступить юниты. Правда, в прошлый раз почему-то юниты проигнорили вот эти вот наши руны. Я так и не понял, почему. Может быть, вот какие-то, ну, какие-то типы юнитов не ходят по... Может быть, но, наверное, у них бы это писалось. Ну, то есть, огры. Ну, уменьшают, типа, инкоминг атаку на 0,75 секунды. Ну, то есть, это же не самое страшное. Я даже умудрился чуть попосылать, ну, как обычно, жадный на строительстве башен, горе в семье. Так, ну вроде пока мои мужики смолоды. Ну мы, короче, будем строить для огров и прочих людей, которые не хотят ходить в лабиринт. Построим здесь отдельный такой лабиринт с толстыми клетками. Возможно, просто огры толстые. Но почему-то огры и вертолеты именно не хотят вот втягиваться в эту нашу ситуацию. Нет, вертолеты или вертолеты тоже не ходят по лабиринтам. Вертолеты вот. Тоже не... Ну, не знаю, по крайней мере, они пролетали. Они в любом случае не ходят, потому что они летают, но... А может, они не летают... Сложная катаются. Ситуация. Но в любом случае, толстый лабиринт вот здесь, вот такой вот, как я обычно строю в ТТВ, он будет решением всех проблем. И если они толстые, то есть мы будем отступать по одной клетке. И если они игнорят руны, ну просто будем там строить башни. И, естественно, первый ряд башен надо строить, Серега, кстати, от корабля начинать. И потом первый ряд башен сделать самыми дорогими башнями. Ой, ёпрсты. Хорошо. Криво построил. О, прикольно, у меня строитель убивает случайного юнита рядом находящегося. Это пассивка? Ну, он типа постоянно прожимает каждые 10 секунд. Сам? Да. Ну, это круто, да. Забыл. Хотя у меня, наверное, все равно круче. Особенно, что такие лабиринты мы строим. А что у тебя? У меня разложение 10% на 20 секунд. А, ну, неплохо, да. Ну, то есть, юнита, который под ним все время пробыл... Убьет. Он умирает. То есть, ну, он по радиусу, знаешь, где-то... Если тебя еще пару раз обстроить... Ну, так, Серега, да? Скоро массово полетят драконы, так что... Уже летят. Уже летят, ну, я ставлю какие-то башни. Телепорт, ты знаешь, что надо делать. Какие-то башни, это неплохо. Текс. Ну, в этот раз мне пришлось взять другую расу, не антиэйр, потому что антиэйр как-то странно работает. Но он как-то не работает, да, против эйра. Ну, против драконов вроде он неплохо работал. Так, что-то кто-то громко печатает. Это я. Ну, зря. Ты зачем ты печатаешь? Текс. Не делай. Я готова. Ой-ой, здесь нет прохода. Это плохо. Сейчас мне сломают лабиринт. Текс. А, ну в принципе вот этого пацанчика можно продать. Господи, что это? Во. Вроде нормас. То есть сейчас все будет неплохо, надеюсь, по крайней мере, я чуть-чуть подумал. Ну, очень много драконов идти. Ну там Серега, Серегу не пробить, он слишком силен. Да, реально много драконов, но драконы, благо, летят в эту точку, а когда драконы без поддержки земли, все, в принципе, неплохо. То есть у Димы тоже есть руна, на которую обязательно... Я пропустил. Ну вот. Перехвалил просто его. Перехвалил, да, непробиваемого Серегу. Не такой уж ты, Серега, непробиваемый. Ничего, здесь я оставляю побольше места, потому что в прошлый раз у меня уже были из-за этого проблемы. Некие толстые крепцы проходили. Так, ну и сейчас вообще получается круто. То есть тем, кто справа, надо оббегать через вот это вот. Тем, кто слева, сейчас мы соединимся с Димой и... Ну все, в общем, я довел, а ты там дальше сам. Я не помню, что мне дальше надо делать, подожди. Не знаю, у тебя в прошлый раз так все хорошо получилось, что... Ладно, я разберусь, короче. Я даже пытаться не хочу что-то подобное сделать. Текс. Ну и потихонечку... О-о-о, Серега, это что такое? Это лабиринт через клетку, да, у тебя такой? Через клетку?
Почему через клетку? Потому что толстые юниты не проходят. Да ну должны пройти, не? Мне кажется, ты просто как-то криво построил, что заблокировал. Ты строй здесь уже нормальные дорогие башни. А они же апаются. Ну, первая во вторую, вторая в третью, нет? Ну это же невыгодно, не? Не знаю, может быть. Так, у меня есть этот... Есть Таурен. Давайте я Таурен тут поставлю. Так, ну а вообще сейчас надо, наверное, посылать массово. Так, Таурен. Что может Таурен? Ну, походу, у меня вообще никто ничего не может. Так, стоп. А почему вот сейчас вот понизу юниты ходят? Типа там вход. Что-то у нас в этот раз не так работает. Они в прошлый раз вот так вот не ходили. Ну, через низ, ну, под точкой, здесь где-то. Или ходили, подожди. Ладно, сейчас разберемся. Не знаю, не знаю. Но мне по-любому надо сейчас в центре построить как кого-нибудь супер дорогого, для того, чтобы он всех прям гасил. Ну и вообще первая линия башен должна быть королевской, потому что через нее будут проходить крипы много раз, не просто заходя так в этот импровизированный недолабиринт. Ты, мне кажется, только что оскорбил мой лабиринт. Тебе не кажется, да? Ну там есть мой Таурен, так что... О, Ground Splash, короче, у моего Таурена есть. То есть хорошо, что я его построил с краю. Ну, кстати, у него радиус 600, так себе. У тебя тоже патма есть? Что такое? У меня тоже есть патма. У меня, короче, герои за 20, за 30, за 40 и за 5000 есть. Знаете, в чем уникальное отличие этой карты от АТВ? Здесь можно башни ставить, несмотря на то, есть там кто-то или нет. Крутяк. Ну что, получается, сейчас все хорошо у тебя, да? Ну, я не знаю, сейчас, по-моему, еще все круче, потому что здесь все ходят абсолютно, и слева, и справа. И то есть им надо вот на эту руну, вот на эту красную, смотрите, а мы... тем надо на голубую, смотрите, руну, тем, кто справа... Крипы прошли, крипы прошли почему-то, обычные, наземные, как так? Кто возможно? Не знаю, они вот просто идут. Просто проходят через лабиринт, просто Вадим ни одну башню еще не построил нормальную. А, возможно, я построил! Паника! Блин, то есть это реально так все плохо, что ли? Ну да, да, просто не убиваем. Так, блин, ничего себе, ну, вот видимо, это я даю. В прошлый раз так в да я жизни. Просто этот да, ну не знаю, может быть, конечно. Сейчас я построю тинкера. Тинкер за 5000 в центре. Или уже до этого не дойдет. Ой, я построил тинкер за 5000, у него 250 атака. Что-то не очень хорошая скорость, конечно. Да, кстати, что-то какой-то он так, для 5000 он очень не очень. Так, ну ладно, сейчас мы тогда построим лича какого-нибудь тут. Будем его грейдить. Ну и вообще, построю побольше дорогих башен тут. Как-то странно, получается, мы просто их не убиваем. То есть башен много, а дамага-то мало. Так башни-то говно. Да. Возможно, в этом дело. Возможно. Стройка завершена. Ну я сейчас массово, да я что-то этот не посылал ничего, не строил ничего и просто смотрел, ну, затем. Короче, вам конец. Как все красиво. Ну, сейчас посмотрим. Так. Так, что, патма улучшенная? Давай, давай, патма. Родная. Слушай, нет, здесь 200-300 атаки, это очень мало, потому что он крипы идут уже 1600. Подожди, нет, гораздо больше я где-то видел. Есть наг за 10000 у меня, конечно. Даже не знаю, у меня какие-то все башни не очень. Я всеми недоволен. Либо я что-то, конечно, не понимаю. Так что, мы вроде не пропускаем, да? Или пропускаем чуть? Да пропускаем, пропускаем. Из-за этого я не могу сосредоточиться на летающих. Потому что бьют они землю. Так. Сейчас проиграем. Деф энд окей. Погнали. Так, ну что, давайте. Бьют эти спылы у рабочего. Постройка завершена. А у меня что? Левел ап. О, так ёшкин кот, у меня типа френзи на таверку я кидаю. Ну все, я сейчас потмами потихонечку тут отстреливаю все. Слушайте, ну я не знаю, я сейчас очень много убил, прям. Ты... Да, вы посмотрите, что сделал телепу, это просто божественно. Ого. Ёшкин кот, это какое-то, я не знаю, произведение. Произведение искусства. Да. Телепу бешеный просто. Ёпрости. То есть он не соединялся с вами, но тоже построил очень прикольную тему. Ёшкин кот, тут круговой лабиринт, тут такой, тут сякой. Просто жесть. Да, ну прикольно, что все сейчас как-то, получается, через Димин лабиринт ходят больше, чем через мой. То есть, получается, да, основной строитель должен быть тот, кто слева. Потому что через его лабиринт... Блин, воздух опять идет. А, убивают нормально. Через его лабиринт все ходят.
Так, ну патма у меня. Чё, огненная стрела на 20 бонус дэмэйджа за 60 маны. Ты можешь здесь какую-то сильную башню воткнуть, будет здорово. Я тебя как бы продам зомбака какого-нибудь. Город наших союзников... Ну, блин, я не знаю, я не хочу тинкера строить снова. За фулл стоимость. Попробуй ты построить сильную башню, Дим, попробуй. Да-да-да, давай. Потому что у меня тинкер, как бы, а тинкер так себе. Не, ну у меня тоже за 65 тысяч следующая. Ну за 5 тысяч у тебя сколько атаки? Ну, ты все равно какой-то слабый, я не знаю. Он... Ну сколько атаки? Блин, 200 что-то там с чем-то. Непонятно тогда, что строить. Но я вот потом... Ну давайте 60... Ну блин, скиньте деньги, у меня за 65 тысяч сильная башня со сплошом есть. Я бы здесь воткнул где-то у тебя. Я думаю, что мы не скоро сможем себе такое позволить. Ну не знаю, у меня 29 тысяч, так что скидывайте деньги. Ну, у меня очень маленький инком. Серега? Ну, я инкомлю дальше, нас обогнали уже в несколько раз по инкому. 16 тысяч инком у них. Ну окей, ладно, тогда тоже буду. Так, то есть когда у тебя 3... О, так все, у меня наконец уже загрейдился барак. За 3400 инкома. То есть автоматический грейд тут. Ну, кстати, этот, оказывается, патму, если я улучшу, то получается патма будет этот. Ну, лич будет левела 4, если я улучшу патму, то улучшу ее в лича 4 уровня. Так. Так, что-то мы про... Не пропускаем, ладно. Все хорошо. Ну, да, что-то с воздухом какие-то проблемы. Но у меня вот очень хороший этот ground splash. Блин, я не знаю, паладинчиков своих менять, что ли? Улучшать их? Ну, надо всяко их улучшить, конечно. А, у них появляется баш. То есть надо... Да-да-да, надо просто массово паладинчиков улучшать. Постройка завершена. Массово улучшаем паладинчиков. Постройка завершена. Мне неведом страх. Просто массивное улучшение. Все сразу одели более темные плащи. И собрались быть сильными. Этим они нам тонко намекают, что темная сторона сильнее. Так, лич у меня заморозил. Frost Attack Splash. Ну, кстати, лич неплохой. У него замораживающая атака и сплэш. То есть надо личей, что ли, строить? А я вот здесь вот... Могу. Ой, я могу здесь построить эти лича. Это будет в тему. Да, смешно, что мы этот. Я строил там какие-то теории, кто, как, где, почему проходит, а в итоге просто мы их не убивали, потому что башни отстойные. Это забавно. Интересно, телепу все строит из первых башен, отбивается вообще на изи. У него весь лабиринт из первых башен. А они улучшенные вообще, нет? Ой, Серега, садятся! Последний шанс! Ой-ой-ой. Блин. Это воздух там какой-то, да? Да, у нас конкретно воздух проходит. Так, ну сейчас я паладинов получаю. А, блин, дракончик летит, еще один. Нормально. Так, Серега, продай что-нибудь дешевое, вот, ближе к началу лабиринта. Ближе к началу, вот, вот продал. Ага, сейчас. Господи, чуть-чуть не хватает. Ну. Паника. Так, да, господи, он убить будет кого-нибудь. Турен за 3700. Ты 200 голды не хватает, ну что за дела? А, летят, да. летят, нет, нет, нет. Ёшкин кот. Фу. О, зафокусил. Серега наш чемпион. Так, здесь уже Турена мне предлагают. 630, 680. 18500. Так, а тут уже тинкер типа. Тоже довольно сильная должна быть. Так, тинкер 4 уровня, 128 тысяч. Ого. Так, сплэш. Нет, нет. Да. Ой, жесть. О, я мог, я стал этот овцетаворкой. Лол. Смотрите, я стал овцетаворкой. У меня билдер, который может стать башней. Нормальная тема. Вообще, так причем самое смешное, что ты его еще улучшить можешь.
Че за безумие? Билдер становится башней, улучшаемой башней, причем еще куча в доле, роботик шип, блэк шип. За 75 тысяч причем можно улучшить свою овцу. И у тебя больше нет башни? Чего? Башен больше нет? Ну, я могу превратиться в обычную форму и этот и строить башни. Ну это реально безумие какое-то. Не, ну ты можешь обычный строить. Не хватает золота. Так вот, Мэри Слэм Тавер на 10. А, так это получается грейды я делаю. Это я в этой форме делаю грейды на своей башне. А может быть у всех есть такая тема или только у этих? Не-не, это у каждой расы своя фишка. То есть я, например, могу добавить дополнительную жизнь каждые 100 секунд. А ты вот можешь вот эту тему. У Димы рабочий может случайную цель убивать в области. Ну, то есть, как... получается, то есть Диме под конец надо стоять у выхода и в безвыходной ситуации... Или случайная цель в радиусе или как? Ну там какой-то радиус определенный, да. Там 600 радиус, поэтому... Не, прикольно, что я, получается, еще и могу... Мало того, что я могу становиться башней, так я еще и, получается, могу это... могу улучшать свои башни, что очень важно. Так, ну что там, смотрим за телепути. Либо пока сделал обычный бублик, значок Хардстоуна с дополнительными витками. Так. Так. Так, ну я, естественно, посылаю на все деньги. И получается, Марио тоже построил некоторое количество мурлоков. На самом деле это Соники. Ну, то есть называется это Соник. Лол, забавно. Ну, то есть, как бы, теперь мы знаем, что армия Шикитарика состоит из ежей, а не из мурлоков. Слушайте, а почему мы специальные таурки не строили? Тут, например, есть таурка, которая каждые 30 секунд убивает рандомного крипа или в сетку кидает крипа. Так я вначале, да, об этом говорил. Там есть самая базовая из них, она, эта, тоже клевая, она в корни кидает. Может, поставить? Ну, надо было, да. Ну, и сейчас там самая дешевая за 600 голды. Есть таурка, которая дает скорость атаки всем и силу атаки. Не, ну это прикольно, что в первой игре мы не раскрыли все возможности карты. Я стараюсь судить не как... Если как игрок не получилось, то хотя бы стараюсь судить как автор видео. То есть, типа, есть еще что показать зрителям. Так, Дима, что-то у тебя вообще запятая какая-то... Расширенная запятая получается. Я творю. Ага, я художник, я так вижу, да? Ну, телепуш ли это? Телепуш, смотри, вообще он этот... Сколько ты, блин, башен построил? И сколько он? Я не знаю, мне делать-то нечего, так что я буду... Так не, а как так? То есть у него такие башни, что ли, безумные, или что? Ну, я тоже легко отбиваюсь вроде, поэтому... Да, у тебя же тоже по десятке башни стоит? Ну, у меня по десятке стоит, да. Типа, задел на будущее, все в порядке. Ну, можешь чуть, в принципе, подинкомливать, наверное, не знаю даже. Не, ну так, конечно, с твоей вот, с твоей то ли запятой, то ли соплей, то ли чем, с воздухом, по крайней мере, справа решен вопрос. Но учти, что скоро слева пойдет большое количество авиации. Ну, хотя не, уже много авиации-то не будет. Я сейчас поставлю последнюю таврку. 100 атаки у нее. А, ну тут улучшение за 1200, за 15 тысяч. А, причем я парящая таврка. То есть я, получается, этот... Над всеми. Не, у меня что-то вообще жуткое. Эти какие-то билдеры очень странные. Текс, билдер форм. Текс, а это что такое? А, increase total attack damage of ship king. На 25. Ну, что-то так себе, конечно. Но я вроде сплэшую, правда? Текс. Ну что, сейчас главное полностью все заспамить. Оп. Текс. Да, у меня, конечно, этот массовое будет... Рычание, урчание какое-то. А ты, получается, будешь соединяться с кем-то или нет? Не знаю. Наверное. Так, ну у телепу, то есть, ну, как бы лабиринт довольно стандартный. То есть у него круговой загибон. Плюс еще потом квадратик к нему.
наших союзников в осаде. Не хватает золота. Не хватает золота. Все довольно-таки стандартно. То есть вот так вот. Слушай, я не знаю, у меня что-то и огры умирают так довольно весело. А ты грейдил своих пацанов или так? Нет, никого, только одну башню поставил грейдженную. Ага. Ну, телепу стандартная тема, то есть у него кружок, потом квадратные штучки, ну, как бы так. Ничего экстраординарного я у него пока не усмотрел. Текс. Да, конечно, тут такие невыгодные пацаны, блин. Город наших союзников посылает... Для посылания, прям вообще, сердце кровью обливается. Можно, конечно, а типа синхронизировать. Проходит. Воздух проходит, ну. Сейчас что-нибудь придумаем. Серега, пошел кроликов ставить. Но вообще хорошо бы, конечно, Диме одному. Наша вот стратегия в отбивании несколькими в прошлый раз уже показала свою неэффективность. Не хватает золота. Не хватает. Ну, Дима, если ты сможешь строить башню, которая еще эйр будет бить. Мне, конечно, невыгодно несколько просто овец построить, потому что мне своих овец надо грейдить еще. Ну, я 15 тысяч думаю сейчас. Вот. А, я могу спешл таверку построить. А, не, не то. А, давай, давай, давай. Текс. Slow tower. Slow towers deal little damage. И 250 ария эффекта. Ёпрсте. А, она типа теперь в инвентаре, да? Так, ну, Дима, я могу куда-то в центре тебе впихнуть башню. Галан, сейчас за 15 тысяч апнул. Посмотрим. Кажется, должно быть неплохо. Ну, замедляющую башню то надо тебе в центр? Да, ну, замедляющую, давай, сейчас продам, вон, не знаю, вот эту вот. Давай, вот, у меня строитель там. Ага. Ну все, вот поставил. Конечно, у нее атака 15, но... Ну, это важно. Возможно, это не самая лучшая тема, но вроде как у нее замедление. А, блин, у меня же этот барак уже там вовсю. Ну, в принципе, нормально. Не так уж много я упустил. Текс, текс, текс. Тут еще с банком. Кто-то очень громко шебуршится там на заднем плане. Сейчас с банком надо еще разобраться. Так, в банк-аккаунте. Хм. Банк был виртуальным. Хм. Баланс, ну. А-а-а. То есть, когда ты достигаешь 1 миллиона голды, то все деньги идут в банк. Хм. Ну, то есть, пока, в общем, не скоро нам эта штука понадобится. Так. То есть, получается, телепу тоже строит вот эту вот фигню, наверное, против воздуха там. Здесь. Ну, такой стандартный у него вход. Ну, видимо, просто очень сильные башни вот эти вот, что ли. Nature Pool. И в центре какой-то Gaia's Box. Но у всех даже, кстати, этот, скорость атаки, этот, ну, просто высокая. То есть они не супер быстро атакуют. Ой-ой-ой, я застроил. Ай-яй-яй. А, все вроде нормально. То вы немножко поковыряли и все. Успокоились, да? Так, можно посмотреть пока... Ну, сейчас отправлю, конечно же. Можно пока посмотреть специальные башни. Текс, текс, текс. Что тут есть? Dispel Creeps and Towers Buffs. А, ну бафы, кстати, прикольная тема. Dispel Buffs. Ну, и наверное, ID бафов. Ага. Неплохо. Да, меня крашло. Самая дорогая башня, это получается 1 600 000, потому что одно дерево, я так понял, это миллион. А, ну да, и еще 600 000 деревом. Ой, точнее голдой. Неплохо. Так, Lazy Towers. Каждые 5 секунд. Ну, короче, довольно дорогая, есть замедляющая башня, например. Текс. Ну вот башня с корнями есть. Стан таверка. Дима, у тебя получается вот этот вот Джейнс Аудрон какой-то. Дженос. Я не знаю, кто это, короче. Вампир, короче, самая сильная башня, да? Нет. Эти рядышком стоит с ним. Артас?
Да, артусы. Ну, у меня, короче, артусы самые сильные, их как бы надо апать. Не знаю, что теперь делать, тут Серегины таврки, их надо продавать, что ли? Ну, тут еще есть место для четырех башен, как минимум. Только, блин, они, ну, они, видишь, очень слабые все. У них 30 атаки, да вон мы пропускаем. Драконы прилетают, лол. Да, я говорю, надо там что-то сильное... Серег, продавай башни свои. Так меня выкинуло из игры. Хех. А, лол, тебя выкинуло? А давно? Да, он только что, ну, он когда он об этом сказал. Блин, я... А, и меня выкинуло. Отлично. И меня, кажется, тоже. Ну, очевидно. А, ну да, точно. Это классная карта, но очень нестабильная. Да, нестабильная, как вурдалак. Ну, в принципе, нормы, поиграли полчасика, показали какие-то фишки. Ну, конечно, жалко, что в каждой игре кого-то выкидывает абсолютно. Мы и до этого пытались записать, тоже выкидывало. Но карта прикольная, то есть вот когда появляются вот эти фишки, через которые обязательно должны пройти юниты, можно придумывать всякие интересные лабиринты, туда-сюда их закруглять. И в итоге, ну, ты гоняешь одних и тех же юнитов много раз. Есть, конечно, свои приколы. Ну, в общем, конечно, довольно похоже на ТТВ, но что-то свеженькое, что-то интересненькое. Ну и, то есть, похоже на ТТВ также и большим количеством новых рас, которые отличаются от ТТВшных. Ну вот, чего только стоит овца, которая может стать башней, которая может еще улучшаться как башня. То есть, по приколу можно чисто в овцу вкладываться и пытаться одной овцой без лабиринта пройти. Слушай, ну, если ты совсем наркоман, конечно, это невозможно. По моей памяти, в ТТВ расы гораздо менее отличаются друг от друга, чем здесь. Ну, а чё стоит только тот чувак, который грибами застраивать может? Ну, грибы, да. Ой, грибами. Ну да, это самая уникальная раса. Грибы. Вы еще где-нибудь грибы видели? Пашли. Да, и мы же говорим про механики просто. Не, в общем, прикольно, конечно. Ну, в ТТВ тоже там, типа, есть раса с пауком, которая добивает юнитов раненых. Но это тоже не пипец какая там супер-мега-механика. А здесь реально строитель, который становится башней, улучшаемой башней. И это действительно необычно. Ладно, всем пока. Пока.